В Дуванском районе возведут молочную ферму за 2 миллиарда рублей. Это первый подобный комплекс на северо-востоке Башкортостана, сообщил глава республики Ради Хабиров. Инвестор – сельхозпредприятие «Рассвет», которое входит в группу компаний «Простор». На сегодня строители приступили к монтажу металлоконструкции. Активно ведутся бетонные работы. Молочный комплекс введут в эксплуатацию в следующем году. Он будет рассчитан на 1600 коров. Это северо-восточная зона, где у нас направление производства сырого молока не так развито, как в других районах республики. Ежегодный объем производства сырого молока планируется при выходе на проектную мощность 12 тысяч тонн в год. Надеемся и в этом плане оказываем максимальное содействие инвестору, тем более инвестору, который пришел с соседнего региона, что очень важным для нас является. Это не первый проект, который компания реализовала в Дуванском районе. Также сельхозпредприятие построило зерносушильный комплекс, где производят и фасуют крупы, каши быстрого приготовления.